Власти Башкортостана отказались от строительства нового стадиона футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Ради Хабиров. Он отметил, что средства пойдут на развитие инфраструктуры и на поддержку бизнеса в регионе. Ради Хабиров подчеркнул, цитата, «эти деньги лучше направить на более нужные вещи, а когда заработаем, то построим и футбольный дворец, от которого все будут рыдать и плакать, в том числе наши соседи». Конец цитаты. Он также отметил, что на данном этапе важно научиться зарабатывать деньги. Напомню, по предварительным данным, финансирование строительства нового футбольного стадиона в Уфе могло составить от 3-4 миллиардов рублей. Предполагалось, что сооружение появится перед въездом в микрорайон Затон на берегу реки Белая.